Руководство авиакомпании «Скандинавские авиалинии» или СЭС сообщило о том, что ему удалось договориться с профсоюзами пилотов в Швеции, Дании и Норвегии. Это положило конец недельной забастовке, которая началась 26 апреля и нарушила планы сотен тысяч пассажиров. С облегчением хочу сообщить нашим клиентам и сотрудникам, что конфликт остался позади. Мы подписали новый коллективный трудовой договор с профсоюзом пилотов. Это трехлетнее соглашение. Глава СЭС сказал, что на восстановление всех полетов потребуется некоторое время. Он также отметил, что компания пыталась найти компромисс, поскольку трудные времена настали не только для нее, но и для всей авиационной индустрии региона. СЭС необходимо создать финансовую базу для обеспечения долгосрочной прибыльности, чтобы иметь возможность оплачивать расширение флота и, что немаловажно, обеспечивать непрерывные полеты. В этом контексте важно, чтобы у нас было соглашение, которое позволит нам спокойно работать и направлять усилия на развитие и решение будущих проблем. С 26 апреля компания была вынуждена отменить более 4000 рейсов. Пилоты начали забастовку с требованием повысить зарплаты и улучшить рабочие условия. Так, только 2 мая перевозчик отменил более 700 рейсов, из-за чего 54 тысячи путешественников были вынуждены обращаться к другим авиакомпаниям. Забастовку инициировала Шведская ассоциация пилотов. Она объяснила ее тем, что месяцы переговоров ранее не принесли результатов.